А вы говорите, как здесь по вечерам бывает? Вот так. Всем привет. Всем я очень рад. Помимо такого красивого вечера, посмотрите еще какую красоту сегодня на пляже навели. Сейчас покажу вам. Тут сегодня, похоже, намечается какое-то грандиозное событие. Похоже, кто-то кому-то будет делать предложение или уже сделал. Интересно сделали прямо на берегу. Романтическое предложение. Или состоялось, или состоится. Мы сегодня с вами этого не дождемся. Будем шевелить поршнями дальше. Кафешечки вот всякие открываются. К вечеру, похоже, закрываются. Красиво, тихо, очень крутая обстановочка. Туристов совершенно мало. Кстати, что еще хочу вам сказать. То место, откуда мы с вами видели ролики, где мы с Витасом сидели, тусовались, полиция разогнала. Так что в ближайшее время вряд ли ролики оттуда будут. Но с 1 июля сейчас все бары открываются. Клубы, все ночные заведения. Веселуха, значит, продолжаться будет. Так, ну что, на портале Авалон. Денежки заработались. И вот Василий хочет чем-то помочь, пишет сообщение. Но мы пока обойдемся без него. Вывести деньги. Создать заявку. Так. Создать заявку на Киви кошелек. Выберите платежную систему. Введите платежную систему. Киви кошелек. Киви. Сумма. Ну, выведу, к примеру, 5000 рублей. Вывести средства. Опа. Все, заявка успешно выполнена. 5000 вывожу, все остальные ставлю на работу. Так что кому портал Авалон интересен, ссылку оставлю в описании под этим видео. Такая движуха вечером. Сейчас жду приятеля, познакомился, Кирилл зовут. Тоже на велосипеде катается. И вместе сейчас куда-нибудь рванем. Упражнение на ноги хотите посмотреть? Запоминайте внимательно. Как минутка свободная появится, пытайтесь повторять за ними.
Надеюсь, ноги красивые будут. Здравствуй, привет! Привет! Ну чего ты готов? Привет, дорогие телезрители! Дай народу покажем велик-то твой блатной. Ничего себе, велик крутой, блин. Мы победим тебя! Я вижу на каком. Да нормально, у тебя маунтинг байк. Это байсикл или как он там. Блин, крутой велик. Как у тебя дела? Отлично. Нормально? Ну что, ты готов поехать? Да, давай посидим тут 2 минуты. Да, ладно, давай, а где? Вон Севан. Не, Фэмили, я люблю Фэмили. Кстати, ребята, я люблю Фэмили, не знаю, они такие более семейные. Да не семейные просто. А что хочешь Фэмили, зачем? А? Зачем? Ну, это что-нибудь взять попить. Я просто гнал сейчас, я же сначала горка у меня, потом перейти спуск. Я туда нечаянно эту пшикнул, ВВДшку пшикнул. Обмазывал и туда пшикнул, и они у меня как-то едут с горы. И что-то, блин, думаю, сейчас заторможу, выебнусь, и когда... И никогда. Не, затормозил, значит, мне... А мне надо немножко вот сюда брызнуть, смотри, вот в эту. У меня нету ВДшки с собой, но... А то она у меня, видать, из-за дождей, это плохо открывается и закрывается. А это подъедешь, где колеса уменяют или там мотоциклы там особенно здесь много. Подъедь, скажи, можно проверить этот газчиков? А что ты на мой облокоти пока? А у меня нет уже, я подставлю. Ну, на мой облокоти. Вот так сделаем. Крутой велик у тебя новый прям. Он новый? А у меня, смотри, фонарик зато какой крутой. Ну я, блин, фонарик забыл. Гляди, как ярко светит. Вот второй положил. Вот это купил, держи. Ага, спасибо. Пожалуйста. Два положения, Кирилл, видел у меня это? Ну-ка я еще посмотрю. Я еще вот, сколько уже прошло. Вот этот я взял, мне его подарил тесть. Ну ты расскажи вообще, каким образом за Таиланд ты зацепился-то? А? За Таиланд зацепился, каким образом? Как каким образом? У меня ребенок здесь родился, мне супруга сюда рожать приехала. Прям в Таиланде? Да. Давай я его поставлю. А да. Че, он нормально, он же ну, не упадет. Блин, сейчас упадет. Не упадет. О. Кирилл, ну расскажи, ты, короче, ребенок родился здесь, прям уже в Таиланде. Мы специально сюда приехали. А здесь медицина, потому что больше нравится? Здесь, во-первых, в детских лекарствах никакой подделки не может быть, потому что здесь, то есть, серьезно, из-за этого могут тебя пожизненно посадить. Но дети очень ценятся здесь. А-а-а. Это очень, как тебе сказать, святое что-то у них, ребенок. И какие бы дети ни были, для них, для всех, для тайцев это ангелочки, они даже больше любят наших детей, когда видят ребенка такого, знаешь, белого, всего пушинка, ну как блондин или как это говорится. И голубоглазого, они. Фаран. Фаран, фаренбой, бэйби-бой, бэйби-бой. Кирилл, слушай, ну а так это сколько лет ты ездишь уже в Таиланд? Блин, я первый раз я в Таиланд приехал, с Анталии прилетел. В 2008 году. Мой тесть сюда тогда еще, моя супруга была моей подружкой, мы еще не женаты были. Я приехал сюда к нему знакомиться, он меня пригласил. Я первый раз с Анталии прилетел, да, я удивился, конечно. Понравилось? Подаю своеобразно. Мне не понравилось запахи, но сейчас в данный момент этого нету, как 8, сейчас, Кирилл, знаю, 10 меня... лет назад, правильно? Вообще замечательная погода, а? Скажи, что сезон дождей, а это же прикольно. Дождик пошел, помылся. На ней, хай! Ватная, пресная вода. На ней, хай! Ду пэн, Россия! А? Ду! Блин, здесь курить нельзя в этой, да, части, правильно? Да.
Артурчик, салатика, аригато, вот он, сай манера, аригарелео. Нани, сон сакаян, ду. Пэн мэнкан, оком ланкай. На ней мылай тяпай пакпон. И все в команд. Сигнати. И сигнати. А, и сигнати. Там нян финиш. На ней. Да, на. И сигнати. Ют. Я не хочу на ухо. Окей. Артурчик, а здесь можно курить? Я думаю, можно курить. Вот эти, я думаю, что где только эти можно, знаешь? Да можно курить здесь, да? Конечно. А почему? Ну, это на пляжах нельзя курить. Все-таки. А не фу, что ли, там светлее? Или у тебя так нормально у тебя съемка идет? А можно вот где фонарь? Просто это, блядь. Велики здесь не воруют, ребята. Не бойтесь, никто не сядет, не убежит, не уедет. Народ, хоть теперь с Кириллом познакомились, кстати, уже не первый раз он ко мне подходил, а я ни хрена его не узнаю. Каждый год знакомимся еще раз, как-то обстоятельства происходят. Я где-то проезжаю, смотрю, Артур, о, Артур, привет. Он говорит, а ты кто? А помнишь, я как-то, мой друг хотел с тобой познакомиться, и я с тобой говорил, что я здесь живу, типа, у меня сын родился. И как-то совместно, говорит, давай видео снимем. Ну, Кирилл, кстати, молодец, я его хоть не узнавал после какой-то там первой-второй встречи, не обижается на это. А некоторые подписчики обижаются, губы думают. А что они обижаются-то, блядь? Не знаю. Ну и здесь расскажи, отдыхал, работал вообще так, как время проводил? Я здесь, я помогал, отдыхал, я больше, ну как в Питере холодно. И мы как бы, чтобы зиму перезимовать, и приезжаем сюда, и как бы можешь там сам чем-то заниматься, да, помогать кому-то, или официально устроиться работать там, или можешь неофициально устроиться, кому как, да, кому что. Ну, здесь с голоду не останешься, это точно. Есть, да, работа. Даже... Да, это дело не в работе, дело в том, что пожрать всегда можешь и бухнуть можешь. А, пожрать, в домиках духов, ты знаешь, там всегда не выставляют всякую тему. Тайки даже, видишь, молодняк тайк тоже приезжает, и у них сейчас... Китайки. Не, это тайки. Они просто с другой провинции, может быть, приехали. Они просто приезжают, в данный момент у них субсидии же идут по поводу, им правительство выдало денег, там в месяц сколько-то платят, и в год, чтобы они один раз путешествовали по этой замечательной стране, потому что она разнообразная. И вот и сейчас для университетов они приезжают... отдыхать. Ну, вот, эти, вот такие молодые. Вот да, вот вижу, сумка. И как бы они приехали, наверное, с университета, где-то учатся. И сейчас у них школы закрылись на 2 месяца. Летние каникулы начались сейчас. У моего сыну 5 лет. Он в 4 годика начал. Ну, буквально можно сказать, что в 4 годика мы его отдали в школу. И вот, как тебе сказать... Он здесь в русский садик ходил, ну, тоже есть русский садик. Хочешь в европейский садик отдать, хочешь с немцы, китайские, индусские. Ну, короче. Нормальной информацией Кирилл владеет, где какие каникулы начались, где какие субсидии выдают. Молодец. Ну как-никак живем здесь, уже надо как-то уже. А я-то ничего не знаю, тоже тут целую зиму прожил. Ну видишь, я не... Как я... Ну у меня... Я люблю, на самом деле, я в много странах жил и не переезжал туда не отдыхать, а именно жить, устраиваться, узнавать, там, познавать. Я как бы с тайцами так хорошо общаюсь, с разными тайцами, кстати. Друзья есть, знакомые есть, с русскими нет, из-за этого, наверное, может быть, и не так много друзей есть. А я тут с русскими тоже ни с кем не общаюсь, даже не знаю никого, который здесь живет. С тобой, так, кто ты к нам, в кондик пришел к одному там другу или знакомому.
Я тебя тогда узнал, помнишь, я тебя в комдике тоже с тобой поздоровался. Плаваю с сыном, смотрю, Артурчик проходит у меня в комдике, он вроде не тут живет. Я думаю, Артур, ты сюда переехал? Он говорит, да нет, у меня друг здесь. А планы, что у тебя какие вообще, в Таиланде остаться или в России? Не, ну, как бы вот в данный момент я вообще бы хотел бы перебраться сюда и здесь жить, да, конечно. А многие русские, которые живут за границей, где-то там в Китае там со своей подружкой, да где-то здесь поблизости в Азии, да, они тоже стараются как-то переехать в теплую страну, где все растет в-первых, а б, здесь без остановки она растет, потому что 12 месяцев лета, ну, да. И самый бархатный сезон — это сезон дождей. Сейчас, да, который? Да. Кто знает Таиланд, кто вообще, ну, конечно же, не везде бархатный сезон, он, да, ну, как бы бархатный сезон, просто в некоторых местах, частях Таиланда сейчас ураганный сезон считается также. То есть все так же, да, нормально, дожди не льют, как в Лондоне без остановки, да, дождик пошел час, и потом ты сам видишь, погода раскрылась и тепло. Это плюс, вы если на море покупались и бесплатно, а то бывает душ, они берут 50 бат, а на Калане вообще бывает 200 бат, чтобы помыться пресной водой. Ничего себе, так дорого. Бывает от раз до раз, да, заряжают. О, фонарик врубим. Посадим его на раму и не довезем. Ну ладно, поедем покатаемся, будет что интересное, покажем вам. Кто это? Он подумал, что это мотоцикл. Я, короче... Вот так делаю, так делаю. Я прям завел свой мотоцикл, думает, меня поймает. Так, ну что, ребят, вот Вокинг-стрит улица. Она еще закрыта на сегодняшний день. Стомп-бар. Ну, они, смотри, уже начали готовиться. Видишь, стомп-бар уже подготовил, они уже признали информацию, что походу взяли. Не спеши, Кирилл, быстро едешь. Быстро еду. Мой организм не успевает за твоим. Так, опять кто-то на велосипедах нам тут встретился. А, тут еще ездить же по ней нельзя. Ну да, 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 сейчас закрыли. Ну как бы ездить можно. Но если поймать полицейские, конечно, тебя оштрафуют. Если захотят это сделать, они это сделают. Ага. Да, Вокинг-стрит, ну, вообще, да, пустая. Самый левый, вот, кстати, наша. Здесь и живая музыка бывает. Здесь вот? Такое, да, это здесь, вот на первом этаже. А что у нас тут еще интересного? А стекляшки там сидят вот в этих, сзади мы проехали только что. Ну ты, Артурчик, знаешь, я думаю, каждый стрип ты посетил здесь, нет? Люцифер. Кое-что посещал, но мало. И живая музыка, и, конечно же, ну они испортились. В последнее время тайк, много тайк начали пускать и не понимают, что там происходит. Ага. Соответственно, из Стамбула кебаб, баджара. Индусы пооткрывали очень много здесь, они выкупали место из-за правительства, да, опять же, у них правительство разрешило. Индусам? Да, 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 да. Они могут, у них безвременная виза. Ничего себе. Они могут оставаться как хотят в Таиланде, потому что индуисты. А, ну зайчики, пайчики, кстати, вот они здесь все всегда сидят. Вот она, ой, блядь, ууу. Дерево святое. Вот это, да? На этой улице, да. Вот оно обмотано, видите, какой толщины. Угу. Соответственно, вот здесь, кстати, самый прикольный рок-бар. Можно, в принципе, приходить, подходить с пивасиком, да, из 7-Eleven. Покурить и слушать, они там на сцене выступают, и очень прикольно. Вон дядя Барыгин. Аж индусы, здесь уже индусы начинаются. Вот это, можно сказать, улица, арабская улица, вот, гулящая там всегда. И ну вот, да, я ее тоже, да, снимал. Раш. Индусы тоже здесь начали повыкупать. И, кстати, начали теснить арабов. Теснить стали? Ну, как теснить? У них... Давить много. Деньгами. Да, 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 да. И количеством. Деньгами давят. Да, да, да. Ну и русский знаменитый Русо Турисо. Вот это, да? Да. Приди, наебенись, потанцуй как надо по-русски, да? Ага. Всегда сюда приходят. Ну что ж, здесь есть, кстати, завтрак хороший делать наши. А здесь уже ждут открытия, что ли, сидят. Это что у нас тут? А вот здесь, кстати, кальянная открылась перед Хоббитом. Прикольно, вот. Кальянная была вот здесь. Вот. Меню, вот, вон, смотри, светит. Они красиво сделали его. Открыт. Русо. А здесь что-то нет, не из-за этого, не из-за слышала.
Народ, ну таким образом Walking Street выглядит на сегодняшний день. Мертвая. А сейчас на Балихай выйдем, да? Ну, отельчик вон Сиам, отельчик тоже закрыт. Ага. Они тяры ловят здесь, кто вроде правильно выезжает. Ну, как ты выезжаешь, может. Вот там нормально, а вот там правильно всем там полный. Кирилл, сейчас же 1 числа открывается же все здесь. Walking Street должна тоже открыть. Ну, должно, да, конечно, конечно. Как-никак они же сами тайцы ждут этого дня, они хотят праздновать это. Они любят вообще сами развлекаться, а они ну, такой да. Народ веселый. Ну, как вы видите, они так уж и прям горем не убивались, а и до сих пор не убиваются. Ну да. Стали как сонные мухи. О, Артурочка, давай отсюда заедем или как? А, все равно. Разворот вот так сделаем? Давай разворотик сделаем. А то бы мы с вами сейчас на велике не проехали, потому что здесь находится несколько ресторанов плавучих. Если в Паттайю приедете, вы увидите плавучие три, как вам сказать, корабля таких ярких. Смотри, мы не проедем, веревки натянуты. Нельзя, видишь, туда, значит. О, давай тогда. А что, они помнят? Ребят, хрен знает, в какую гору на велосипедах поднялись. Эту жопу ноги свело. Передышку устроили. Я на его велике в гору забрался. Велосипед крутой, легкий очень. А ты на этот круг поднимался вон туда? Ни разу. И так вот тут вот для вертолетов есть. Не, ни разу. Я был там? Нет. Народ, ну на сегодня нам надо отдышаться. С вами попрощаться, еще увидимся. Давай прощаться. Пока-пока.